Приветствую вас на канале «Правильный выбор». Сегодня у нас UHD-телевизор LG 55 UK 6200 PLA 2018 года выпуска. Модель относится к бюджетной ценовой категории среди топовой линейки LG. Список актуальных цен на сегодняшний день вы можете узнать по ссылкам в описании. Я очень старался собрать всю информацию о модели, написать сценарий, озвучить и смонтировать данный обзор. Буду очень благодарен, если вы поставите лайк этому видео. Диагональ экрана 55 дюймов, разрешение Ultra HD 3840 на 2160. Подсветка Direct LED, матрица IPS, глубина цвета 8 бит плюс технология FRC, частота обновления 60 Гц. Сверхчеткое изображение с высоким разрешением. Чем выше разрешение, тем выше детализация изображения. Разрешение телевизора LG UHD в 4 раза выше по сравнению с телевизорами Full HD, то есть изображение воспроизводится в 4 раза четче. Одинаковое изображение под любым углом. Телевизор LG UHD точнее передает цвета и одинаково качественно воспроизводит контент, где бы вы ни сидели. Основа естественного изображения. Четырехъядерный процессор устраняет помехи, повышает резкость и даже улучшает качество изображения с низким разрешением до уровня 4К. Active HDR 4K для реалистичных сцен. HDR — расширенный динамический диапазон, это новый стандарт качества изображения. Он обеспечивает высокую детализацию и естественную цветопередачу с расширенным диапазоном контрастности. Телевизор LG UHD поддерживает несколько форматов HDR, в том числе HDR 10 Pro и HLG Pro. Оптимальное расстояние от глаз до экрана телевизора для просмотра Ultra HD контента с данной модели телевизора — 232 см. Изысканность внутри и снаружи. Благодаря стильным металлическим рамкам телевизор выглядит еще более современным. Размеры телевизора — 125 см в ширину, 73 см в высоту, толщина 8,8 см, вес 13,2 кг, цвет черный. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать, предусмотрено крепление веса 300 на 300. На задней панели расположены стандартные разъемы. Один компонентный, один композитный, один USB 2.0, один HDMI 2.0, один разъем для локальной сети, один вход для кабельного ТВ, один вход для спутникового ТВ. Присутствует один оптический аудиовыход Optical Audio Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр. Достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. На боковой панели расположены два HDMI 2.0, один USB 2.0, один слот CI плюс 1.4. Модель поддерживает Wi-Fi и Bluetooth. Операционная система WebOS 3.5. Кнопка Ivi. Включить приложение Ivi на LG Smart TV стало как никогда просто. Теперь для этого есть отдельная кнопка на пульте вашего телевизора. С приложением Ivi вам станут доступны огромная библиотека фильмов, сериалов и мультфильмов, классические хиты и последние новинки проката. Слушает, думает, отвечает. Технология распознавания речи, которая оснащен LG UHD TV с AI, облегчает доступ к контенту и сервисам. Теперь искать их стало намного проще. Телевизор слушает ваш запрос и обдумывает ответ на него. Телевизор выключается, когда заканчивается ТВ-передача. Устанавливайте точное время выключения телевизора LG UHD AI TV, а если попросите, он выключится по окончании передачи. Звуковая система Ultra Surround — многоканальная технология. Хорошему телевизору нужна хорошая аудиосистема. Эта аудиотехнология создает виртуальную многоканальность, благодаря чему вы можете слышать объемное звучание. Выходная мощность 20 Вт, 2 по 10 Вт динамика, направленные вниз. Звук можно передавать по Bluetooth. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и сейчас расскажу вам то, на что в основном жалуются обладатели данной модели. Не обновляется Ivi, неудобный стандартный пульт, кнопки навигации тактильно не ощущаются и все время мимо нажимаешь. Нет пульта Magic Remote в комплекте, ножки хлиповаты. Углы обзора по вертикали могли бы быть и лучше. Матрица прогибается при легком нажатии, особенно по краям. Она не закреплена плотно в корпусе. Не увидел черного цвета, засветы в общем. Смарт-меню бывает подтормаживает. Ну там, в общем-то, кроме Ютуба ничего путного нету. Цена, на мой взгляд, завышенная, это всего лишь большая матрица в корпусе. Я стараюсь быть объективным, поэтому расскажу вам о положительных сторонах, которые частично пересекаются с отрицательным мнением. Давайте перейдем к хорошему. Возможность управления смартфоном как пультом через приложение LG TV+. Громкий звук из динамиков, суммарная мощность которых 20 Вт. Динамические сцены отрабатывает достаточно неплохо для бюджетного уровня. Цвета сочные, очень естественные, 4К-контент воспроизводит на ура. Работает без глюков, включается очень быстро. Современный изящный дизайн, тоненькая рамка, устойчивая подставка.
Шикарное оснащение, Bluetooth 4.2, Wi-Fi AC, HDMI 2.0, USB 2.0, все, чем должен обладать современный умный телевизор, присутствует. Картинка норм даже с цифрового обычного вещания. Шикарная IPS-матрица практически без засветов. Возможно, вы станете владельцем данной модели и поделитесь в комментариях с нами своим отзывом о телевизоре. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель телевизора вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Надеюсь, я помог вам сделать правильный выбор. Всем пока!